Йога и сумешники, мы продолжаем пройти игру под названием Sayonara White Hearts. Ну что, поехали. У нас еще где-то, наверное, выходит серии 2. 3. Где-то так. Но это если что, карты Таро. Путешественник или водила, я не помню карты на самом деле. Все. Ну это типа спутник, что такое, путешественник. Я жду подвоха. Но главное на реакцию. А, я понял, что это. Это портал. Теперь все ясно. Блин, чего мне так шею ломит? Не пойму. И довольно сильно шею ломит. И подтянет ее аж. Хотя окно закрыто. Ночной дрифт. Desert of Dots. О, вот колесница. Нихера себе колесница. Вот что за дрифт. А я думаю, что за дрифт, о котором говорится? Мяу-мяу-мяу-мяу. Народ, не боитесь, гонки тоже скоро будут у нас, может быть, на канале, потому что у меня ни одной игры с гонками, я в основном только аркады, Sega игры, немножечко шутеров, хорроров тоже довольно мало, потому что я их боюсь, я их не прохожу. Всяких много игр в плане Metroidvania. Хера себе, челик в очках, виртуальных очках. Ревер. О, значки похожи на Тетрису. Предвидение. Давайте посмотрим, что будет. Да ладно, нифига себе. Вы поняли? Тут даже уже другой этот формат. Необычный формат. Так, просчитать, хоп. Рассчитано. Плохо было просчитано. О, да, теперь поняли, Тетрис на меня падает. Тут, оказывается, пасхалки тоже есть.
грибы Марио, Тетрис. Но больше такого больше ничего не видел. Может быть, в окружающем мире что-то еще было с отсылкой. Отлично. Мы в кибермире теперь. Я думал сначала серию назвать Дрифт, но теперь я вижу тут что-то иное. Здесь что-то с этими видеоиграми связано. Типа давайте виртуальный мир. Мир мы now. Не понял. Ну, я за сегодня, считайте, две игры пройду. Cards вот это. И еще до этого я игру одну там прошел. Скорее всего, эта игра выйдет после той игры, которую я уже прошел. Поэтому, ребятки... Да-да. Ай-яй-яй. Это, знаете, уже идет быстрее на этот, как он называется, Undertale, когда мы играем за сердце. А заметьте, этот головой поворачивает. Или не поворачивает. Довольно красиво и прикольно. О, нихера, мы теперь стрелять можем. Нам тут просто на месте стоять. Не-не-не, тихо-тихо-тихо, опасно. О, это уже, знаете, всякие мобильные игры, там, где мы играем, ну, типа, играем за самолетик, который должен летать и стрелять в ответ. Мы почему-то еще не стреляем. И вот эти пули тоже идут под музыку. Пропеллеры. Ух ты ж. Осторожно. Главное, осторожно. Отлично. Нет, нихера. О, нифига. Бля. Но я успел забрать сердце. Зараза.
Найс. Серебряный ранг. Ну, как обычно. Ну, дайте мне жопа болит. Ну что, в принципе, мы на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. И, походу, в следующем будет финальная серия. Поэтому всем пока.